Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі, як завжди, у цій порі, програма «Це вас хвилює». Програма сьогодні буде незвичайна. Для початку я пропоную усім вам приготувати ось такий аркуш паперу, чи будь-який інший аркуш, на якому можна писати. Адже сьогодні у нас буде своєрідний експеримент. Сьогодні у нас в гостях Ольга Алексєєнка, це психолог, психотерапевт. Говорити будемо про особистий ріст, тобто займатися будемо своєю власною самооцінкою. Дізнаємося, як її підняти за допомогою звичайного аркушу паперу. Що ми будемо робити, нам розкаже наша Оля. Вітаю вас, Оля. Да. Я думаю, що я заінтригувала усіх, тож чекаємо. Власне, як аркуш паперу цьому допоможе? Поможет. Сейчас я расскажу. Вот получается, например, ваша жизнь складывается удачно, да? Как ну бы, да. Да. Вообще, да? Да. В общем, но когда мы задумаемся о чем-то, то чувствуем какое-то неудобство, что нас затягивает какая-то рутина, да? Например, такое бывает. Ну, иногда, конечно же, бывает. Мы же все работаем постоянно, у нас куча всяких обязательств. Однозначно, да. Я думаю, что каждый человек рано или поздно испытывает то, что... Ох, я уже не могу, как же меня все достало. Или люди бывают наоборот, удручены, дела идут из рук вон плохо, они не знают, с какого конца начать изменить свою жизнь, что нужно делать, обращаются к разным людям, будь то экстрасенсу, будь то психологам, да, врачам. Разные грани у всех. И не знают, как приступить к устранению каких-то разнообразных причин, которым мешает им жить дальше и наслаждаться полноценной жизнью. В обоих случаях, вот да, если взять вот такие два случая, например, поможет какой-то своеобразный дневник. Пусть это будет у нас чистый лист бумаги сначала, да? Я предлагаю телезрителям выполнять каждый день по одному упражнению, которую мы расскажем чуть позже. Но для начала нужно заключить такой так себе договор с собой. То есть записать на этом листочке. Вот первый пункт. Я берусь за это дело всерьез и буду выполнять по одному упражнению каждый день. Это первый пункт. Потом, второй. Я обещаю себе сделать хотя бы половину. Третий пункт. Ну, посмотрим, я послушаю, там, буду выполнять это упражнение или нет, на мое усмотрение, или когда мне захочется, да? Или я вообще, упражнения дурацкие, я их не буду делать. Для чего это нужно? Потому что нам свойственно, людям вообще свойственно, привычку действовать, начинать действовать только тогда, когда мы кому-то обязаны. То есть, или у нас вот, то есть мы сейчас, получается, будем обязаны сами себе, да. И еще такой маленький как бы нюансик. Для того, кто решил, там, например, отметил там, первый или второй пункт, да, нужно взять какую-то свою любимую ручку. И она должна быть всегда на виду. То есть, если мы что-то забываем, мы смотрим на эту ручку, и у нас сразу в голове всплывают ассоциации, что нужно сделать какое-то упражнение, например, на сегодняшний день. Мы себе такое делаем ассоциативный ряд. Да, выстраиваем. Для чего эти упражнения нужны? Они помогают запустить программу как бы внутренних резервов человека, да, и открывается второе дыхание с помощью этих упражнений. И мы научимся доставлять себе удовольствие и удовольствие окружающим, потому что если нам что-то не нравится, то прежде всего нужно начать меняться себя, и потом окружение наше изменится. Ведь не зря говорят, что мир именно такой, каким мы его видим. Да. Это, по-моему, самое гениальное выражение, которое я слышала. Как мы интерпретируем, потому что у каждого из нас, особенно у взрослых людей, присущ какой-то жизненный опыт. И мы интерпретируем его по-своему. Мы, например, не знаем, почему человек злится, да? Может, что-то не выспался, может, поругался с начальством, может, в семье проблемы. Может, болит что-то. Да, болит что-то. А мы принимаем это на свой счет. Мы получается, что считаем, что мы виноваты в этом. Ну, давайте. А, еще очень важное, что нужно сделать, это после каждого упражнения, когда мы его сделали, нужно вести вот такие записи. То есть, что я сделал или сделал, что я ощутила или почувствовала, да, или ощутила или почувствовала, и что я подумала при этом. То есть отслеживать свои мысли, свои эмоции по
по ходу выполнения этих упражнений. Оль, скажи, пожалуйста, а вот мне больше интересует, немножко мы вернемся назад, вот личностный рост и самооценка. Насколько она влияет на то, что человек может добиться от жизни? Вот у всех людей, которые там делают какие-то стартапы, и они добиваются успеха, у них однозначно всегда хорошая самооценка? С самого начала, я думаю, не всегда. То есть люди в процессе своего развития, в процессе работы, видя свои недостатки, они как бы превращают их в достоинство. Угу. И то есть тем самым они повышают свою самооценку. Может и изначально быть самооценка высокая. То есть они верят, что они добьются всего в этой жизни. То есть я хотела, знаете, вот обычно неудачник, значит, у него низкая самооценка. Это как-то связано? Есть ли правда в этом выражении? Частично есть, частично как бы это наше клише жизни. Или может просто у него хорошая самооценка, но ему лень что-то делать. Что-то делать, да. Он просто доволен жизнью. Ему так нравится. Ему так нравится. Ему там комфортно. Если человеку, прежде всего, должно человеку быть комфортно. Если человеку комфортно, значит, если это его устраивает, ну почему мы должны его менять, и почему что-то он должен что-то делать? Да, знаете, есть вот хорошая очень такая небольшая легенда, такая притча о том, как миллионер приходит на берег моря, видит там бродяга, который смотрит на море, и бродяга у него спрашивает, и он говорит, что ты ничего не делаешь, у тебя нет ни копейки, он говорит, а ты что добился в жизни? Вот, я добился того-то, того-то, а зачем? Ну что приезжать на море и смотреть, вот ничего не делать? А бродяга ему отвечает, ну, я и так это могу делать. Лишнее тому доказательство. Да. Итак, сейчас, друзья, начнем все-таки наши упражнения. Давайте. Первое упражнение. Вообще, это как бы программа рассчитана на 4 недели, и лучше начинать с понедельника, чтобы мы могли отслеживать каждую неделю, да, что происходит. Ну, так как у нас сегодня не понедельник, можно начинать с любого дня. Начнем с четверга. Все-таки за месяц, в принципе, можно поменяться. Да, конечно, можно поменяться. Отлично, давайте проведем такой эксперимент. Итак, что нужно делать? Первый день. В течение дня я касаюсь руки троих людей. Совершенно любых людей? Тех, кто не относится к моим близким. То есть это посторонние люди? Да, это посторонние люди. Почему? То есть мы, когда касаемся руки собеседника, устанавливаем с ним какие-то товарищеские отношения. Угу. Позвольте, я сейчас попрошу прощения дотронуться до вашей руки. Вот так вот. А если в маршрутке я еду случайно, это не считается или надо осознанно? Нет, считается, но можно и осознанно дотронуться. Но самое главное, что здесь нужно дотрагиваться именно до приплечья, как я показала. До приплечья. Да. Угу. То есть если мы дотрагиваемся до плеча, например, вот так вот, да, то есть мы или кладем руку на плечо, мы выражаем как бы свою власть и превосходство человеку. Если мы дотрагиваемся до кисти, то это уже более близкие интимные отношения. То есть, чтобы установить доверительные отношения, нам нужно дотрагиваться до приплечья человека. Ну, всегда, когда тебя так похлопывают по руке, по плечу, кажется такой немножко снисходительный, так не сильно себя удобно, комфортно чувствуешь. То есть в этом вы утоляете как бы свою потребность в физическом контакте с человеком. Угу. Дальше. Второе упражнение. Например, я прикрепляю позитивное утверждение. Я имею право быть собой, у меня есть достоинство. Написать это утверждение и повесить его на дверцу холодильника. Ну, холодильник, конечно же. Еда. Еда, да. Можно положить этот листочек на свой рабочий стол. Ну, наверное, лучше холодильник. Еще почему? Потому что негативные послания, которые мы посылаем себе, вот, например, я ни на что не гожусь, у меня ничего не получится, да, мы взращиваем таким способом неуверенность в себе. И тут очень главное, эти утверждения, как бы так называемые аффирмации, да, они могут быть лучше, да, разные, то есть употреблять без частички «не». Угу. То есть наш мозг не воспринимает частичку «не». А почему? Ну вот так устроена вот, видите, наша я не природа. Воспринимаю слово «не воспринимает». То есть устроена так природа наша. Я счастлива.
я там богата, я там прекрасна, у меня прекрасная фигура, там еще что-то. Все, что угодно можно написать, чтобы люди могли как бы видеть это, наши глаза фиксируют, пальцы написали, то есть мозг принял сигнал и выполняет это действие. Третий день. Посреди разговора, например, когда мы разговариваем, я отмечаю про себя расстояние между собеседниками, да, с каждым из моих собеседников. Почему это очень важно? Ведь люди соблюдают в процессе своей жизни какую-то дистанцию, да? Мы всегда находимся в социуме, у нас окружает какой-то этнос, да? То есть если мы на работе, у нас дистанция дальше от человека. Если мы находимся в каком-то близком дистанции, то есть в близком контакте, то есть у нас дистанция более интимная. И когда мы разговариваем с людьми, нужно попробовать изменить эту дистанцию, да? И прочувствовать, как мы будем чувствовать себя, комфортно или некомфортно, когда мы приблизимся к человеку, или когда мы отдалимся, будет ли слышать нас этот человек, будет ли обращать на нас внимание. Угу. Это тоже очень важно. Нужно вот это делать в течение третьего дня? Да, в течение третьего дня. Отмечать про себя, да, вот это, да. Делать такие эксперименты. И не забывать вот записывать в конце каждого дня, что я сделала, что я ощутила и что я подумала при этом, да. Действительно, люди, разные мысли возникают у них в голове, они могут думать, ну, все. Так что нужно лучше узнать себя. Конечно. Дальше, четвертый день. Я слежу, чтобы негативные высказывания о других людях не сорвались с моего языка. Это очень полезное упражнение. Например, когда вот тянет сказать что-то неприятное человеку, да, другому, или высказать осуждение, нужно вдохнуть и спросить себя, что вами движет. Может быть, движет какая-то обида или какая-то подавленная эмоция, невысказанные эмоции, какая-то потребность подавленная, да? И почему у нас этот человек вызывает какие-то негативные вот ассоциации, да, когда мы его видим? Ведь не зря же говорят, что все люди — это проекция нас самих, нашего внутреннего мира. Если что-то не нравится, значит, это есть и у нас. Если что-то нравится в этом человеке, значит, те качества тоже есть у нас. И вместо того, чтобы критиковать окружающих, да, можно сказать ясно, что мы хотим, например, от этого человека или от себя самой, да, или самого. Дальше. Пятый день. Я обращаюсь к трем незнакомым людям на улице, в магазине и кинотеатре. А как должно выглядеть это обращение? Очень по-разному. Можно заговорить о погоде. То есть это как беседа? Можно, да, как беседа. Можно спросить, который час. И получается, что и лучше, когда вот почему к трем. Если к одному человеку, ну как-то, ну не получилось, да, бывает, что люди не настроены на беседу, не отвечают, тогда ваша самооценка еще падает. А если мы как бы разделим вот это, нашу неуверенность на три человека, то и как-то... Кто-то из них точно скажет, который сейчас. Да. И при этом, приняв, вот, получается, какое-то решение заговорить в течение дня с тремя людьми, мы тем самым придаем уверенность в себе. Очень часто бывает, нам докажется, что вот просто заговорить, да, очень часто люди не могут заговорить в очереди, да, там, или в маршрутке, или в, там где-то на улице. Я вам больше скажу, я очень стеснительный человек была в детстве. Когда я пришла на телевидение работать, меня послали на улицу делать опрос, а суть состоит в том, что нужно подойти к абсолютно незнакомым людям, задать вопрос и сделать так, чтобы мне тебя ответили, это очень хорошая школа для того, чтобы быть более уверенным в себе. Видите, как ваша профессиональная деятельность помогает вашей самооценке. Да, спасибо моему начальству за такую классную работу. Дальше. У нас прошло 5 дней, как бы, да, и вот наступают так своеобразные выходные. То есть вот в течение вот этих 2 дней нужно расслабиться, отвечая «нет». То есть 3 дня, 2 дня мы отвечаем «нет»? Ну,
Смотря, посмотрим. Это как фильм всегда говорит, да, только наоборот. Наоборот, да. В течение этих двух дней мы делаем то, что нам хочется. Ну, конечно, не переходим какие-то разумные рамки, да? Например, мы уклоняемся от всего обязательного, что нас тяготит. Например, семейный обед или ужин, или какое-то свидание, которое нас тяготит, да? А мы не можем человеку отказать, потому что нам неудобно. Ну, всегда, знаете, вот есть такая проблема у людей, ну, у нескольких, которых я лично знаю, они не могут сказать «нет», даже когда им это очень некомфортно, просто чтобы они боятся не обидеть. Но получается, вот этой самой необидой мы взращиваем себе какое-то семя вот неуверенности, безотказности, что на нас всегда можно, да, там... Это положить... в детстве же так учили нас. Да, в детстве учили нас так. Надо всегда помогать, вот... всегда, потому что будешь хорошей девочкой. Конечно. Но можно быть хорошей девочкой и не обязательно, да. Если мне сейчас это, ну, не хочется этого делать, не хочется... что-то, оно в тягость мне, понимаете? Если это как-то против меня идет, почему я должна соглашаться на это? Вот говорить «нет» — это тоже особое умение. Нужно, да. И еще это помогает стать, понимаете, самим собой. То есть уметь отказать в какой-то момент. Уже мы не всегда сможем это сделать, да, у нас высокая температура, мы не сможем там посчитать годовой отчет там, или что-то сделать, или отвезти что-то куда-то, понимаете? Так, закончили с первой недели, отследили. Так. Давайте коротко для наших телезрителей еще раз пройдемся. Если ничего, в первом дне мы касаемся к трем любым посторонним людям в районе предплечья. На втором дне имеем право быть, пишем на листочке, я имею право быть собой и имею право на самоутверждение, и вешаем на холодильнике или на рабочем столе. В третьем дне отмечаем расстояние между человеком и собеседником. На четвертый день следим, чтобы негативные высказывания не вылетали из ваших уст. Пятый день обращаемся к трем незнакомым людям с целью завязать какую-то мини-беседу. И два последующие дни у нас выходные. В течение дня делаем все, что нам комфортно и хорошо в рамках действующего законодательства. И учимся говорить «нет», если действительно нам некомфортно что-то это делать. Дальше начинается, так, как бы... первая неделя закончилась. Вторая неделя. И первый день второй недели мы замечаем, каждый час я трижды делаю глубокий вдох и выдох. Каждый час делать три глубоких вдоха и выдоха. Выдоха. Зачем это? А при том, чтобы прочувствовать... свое тело, чтобы наши мышцы насытились кислородом. И понимаете, когда у нас в детстве очень часто мы сдерживали дыхание, подавляя там плач, гнев, какие-то эмоции, а они же отражаются на нашем здоровье, отсюда и возникают какие-то заболевания, так называемые психосоматические, да? Такое выражение есть, зажим. Зажимы. То есть дыхание, глубокое дыхание, когда мы на вдохе надуваем живот, а на выдохе его втягиваем. Мы так редко это делаем на самом деле. То есть мы дышим поверхностно. И говорите, наша... говорите. Я занимаюсь своей самооценкой. Наш мозг не получает достаточно кислорода в голове. Угу. А вот дыхание помогает ему раскрепоститься. Это первый день. Второй день. Я преодолеваю... один из своих обычных страхов. У кого-то это? Выступить на совещание. В одиночку войти в кафе и заказать себе, там, например, кофе. Угу. Там или что-то. Обратиться с просьбой близкому человеку. Вот мы бываем очень часто, люди как бы не могут обратиться с просьбой, у них страх, что просьбу отвергнуть. Там или что, получается, что наши опасения ограничивают нас. Мы еще не знаем, что нам ответит человек, да, и как воспримет нас аудитория. Но мы себя как-то уже запрограммировали. Запрограммировали, что у нас все, у нас уже ничего не получится, нам откажут. И, конечно, когда мы уже в крайнем случае там обращаемся, конечно, нам откажут, потому что наш мозг принял сигнал, что нам уже откажут.
То есть и мы ожидаем уже этой реакции. Нужно просто расслабиться и попросить. Откажут, откажут. Не откажут, не откажут. Да. Так, это третий. А теперь третий. А теперь третий день, да. Я звоню по телефону трем своим друзьям или знакомым и прошу их сказать обо мне что-то хорошее. О, это замечательное упражнение, мне нравится. Очень часто мы в своей жизни проходим мимо себя и, да, и не замечаем, что у нас есть какие-то достоинства, какие-то качества, которые мы не видим. И поэтому мы просим в третий день, второй недели наших знакомых сказать нам что-то хорошее, то есть рассказать о нас, что ценят они в нас. И когда мы слушаем, то есть у нас открываются глаза. Что и как происходит. Давайте четвертый день. Да. Сегодня я включаю в работу свое тело. Это что значит? То есть поднимаюсь по лестнице пешком. Шестой этаж, Оля. Я хочу ездить на лифте. И хотя бы спуститься шестого этажа. Спуститься, ладно, нормально. Начнем спускаться. Иду на работу какой-то дальней дорогой, да? Если когда холодно, делаю какую-то пробежку, да, чтобы... То есть нам нужно почувствовать свое тело. Тело, став взрослым, мы... Еще в школе мы как-то нагружаем свое тело, когда там на уроках физкультуры, да? А в основном, когда мы взрослые, мы нагружаем свой мозг, свою голову. Это очень перекликается вот с первым днём. Да, с дыханием, да. И поэтому мы должны прочувствовать, мы мозгу должны дать отдохнуть, а нагрузить свое тело. Хорошо, Оля, у нас осталось 3 минуты, поэтому давайте сейчас нашим телезрителям, которые с нетерпением ждут, я надеюсь, тоже записывают, как и я, что еще нам нужно делать в пятый день? На работе, дома или с друзьями я решаюсь выразить свой гнев. Ага, ничего себе. То есть, если мы выражаем свой гнев, мы говорим о себе, о наших потребностях. Ну, в какой-то, не... наверное, хорошей форме, чтобы негативных высказываний не вылетали из уст. Да, в хорошей форме. То есть мы должны встретиться с тем человеком, который, например, причинил нам боль, и сказать, что вот ты мне сделал больно. И от этого нам станет легче. Хорошо. Теперь шестой день. Я опять выходные? Да, опять выходные. А теперь, вот мне нравится этот шестой день, я два выходных, я возвращаюсь к своим детским мечтам. Как замечательно. Да. То есть это, надо, наверное, вспомнить... то, что делать еще реже, чем дыхание. Да. Кому-то из нас удалось сделать какие-то, воплотить в жизнь свои мечты, а кому-то нет. Кто-то хотел завести собаку, кто-то хотел стать космонавтом, кто-то хотел еще что-то сделать, да, там, выращивать цветы. Там, а нужно просто вспомнить или попытаться хоть в какой-нибудь форме немножко... Воплотить. Вот, например, космонавт, можно пойти полетать на самолете. Ну, с парашюта хотя бы прыгнуть. Или кто-то мечтал заниматься танцами, да? Очень многие родители в детстве, когда были лишены чего-то, да, там не могли пойти в музыкальную школу или танцами, или изучать иностранные языки, воплощают это в детях. А детям, может быть, это и не нужно. У них свои какие-то потребности, да? Ну, хорошо, когда они пробуют что-то, когда дети... пробуют в своей жизни, и они, а там не понравилось, они пошли другу. Потому что в период детства у нас есть возможность выбрать для будущей жизни. А вот взрослые, вместо того, чтобы нагружать своих детей, займитесь сами танцами, там, начинайте изучать иностранные языки там, или что-то еще. Потому что наши мечты, получается, придают жизни цельность. Наши, потому что у нас тоже же нереализованные мечты, мы как-то сожалеем бессознательно об этом. И седьмой день. Это два это дня. И шестой, и седьмой день. Оля, спасибо огромное. Время, к сожалению, подходит к концу. Итак, уважаемые телезрители, сегодня мы вместе с Олей Алексеенко, психолог, попытались поработать немножко над своей самооценкой, над своим личностным ростом. Итак, мы расписали 2 недели. Вот я лично расписала, и теперь я постараюсь попробовать как-то изменить свою жизнь, надеюсь, в хорошую сторону. С Олей мы встретимся в следующих наших программах и уже посмотрим, что все-таки произошло, и узнаем, как дальше 2 недели попытаться себя изменить с позитивом. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Всего хорошего!